Всем привет, с вами Басте. И в этом видео мы поиграем в крестики-нолики. Эту карту создал DoodleCraft. Вот, на ютубе вы можете его найти. А сейчас мы осмотрим ее. Мы попадаем вот в такую комнатку, в которой начнем вот с этих лампочек тут. Кто победил? Я так понимаю, это... нолик победил и крестик победил. Ну, кто за кого играл? Это ничья. Здесь мы можем включить, выключить саму игру. Здесь выбрать, играем мы с другим человеком или с компьютером. Здесь выбираем, кто начинает первым. Если мы выбрали игру с компьютером, здесь компьютер начинает, если рычаг вверх поднят вот так, а если вниз, то мы начинаем. Так, здесь мы вот кнопочки нажимаем, там, куда мы хотим крестик или нолик поставить. Что ж, давайте начнем и поиграем с компьютером. Первым делом включаем нашу панель, выбираем игру с компьютером и нажимаем так, пусть компьютер начинает первым, нажимаем старт. Так, вот он поставил нолик, давайте поставим крестик. Так, ну мы выиграли, в принципе. Все, крестик выиграл. Я думаю, ну я вам показал, в принципе, как это играть. Ну давайте мы выключим аттракцион, игру снова включим, и я вам покажу, как играть с другим человеком. Ну пока тут его нет, конечно, так что сами с собой будем играть. Старт, крестик, тут, а наш оппонент ставит нолик, крестик, нолик, крестик, нолик. Ничья. Что ж, давайте теперь рассмотрим эту игру, эту карту. Очень сложный механизм. Я вообще не представляю, как такое можно было сделать. Этот искусственный интеллект же надо было сделать для компьютера, чтобы он играл с вами. Ну вот, очень сложно. Ссылку на скачивание карты я выложу в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. С вами был Басте. Пока!